Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, и сегодня мы снова играем на Next RP. Ссылочка на проект находится в описании к этому ролику. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также при регистрации, разумеется, вводите промокодик, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Нажимаете Escape, далее раздел магазин, и здесь, в этом окне, вводите очень простую команду Дони Топ, как это делаю я. Потом применить, и, ребята, после этого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры на серваке Сибирский на Next RP. Заходите и скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. Итак, ребята, сегодня у меня очень большой план очередной. Я сегодня, ребята, хочу сделать кое-что просто нереальное слово совсем. Короче, прямо сейчас на Next RP, в разделе магазин, раздел акции. Акция «Собери тачку», где можно собрать электрогелик в эксклюзивном виниле, но для этого нам необходимо собрать 100 наклеек самого этого гелика. На самом деле, я уже тут буквально вот недавно пытался собрать одну машину, и у меня получилось просто фатально неудачно. Реально было очень неудачно. Я потратил очень много денег, а наклеек выпало буквально штук, наверное, 5-8. Короче, очень мало. Поэтому сегодня постараемся как-то реабилитироваться и надеюсь, что получится сегодня нам как-то заработать и забрать себе тот самый гелик. Короче, не будем тянуть, сразу заходим в раздел магазин, раздел акции, раздел, получается, собери автомобиль, и здесь сходу мы покупаем кейс достижения и открываем просто сходу один, который был в наличии, и мне выпадает сразу 35 карточек. Но, как бы, на самом деле это уловка, потому что выпадает при каждом открытии какого-то набора собери автомобиль выпадает много карточек из бесплатного кейса. А вот да, дальше, ребята, это вопрос. Покупаем 10 таких кейсов, да? Ну и поехали, да, как говорится. Открываем сразу же, сходу. Мы открываем первый. Нам выпадает какой-то непонятный инструмент для оружия. Премка. Открываем дальше. Маска коня. Дальше. Скинчик. Дальше. Винильчик. Дальше. Скинчик. Точнее, маска. Винильчик. Угу, понял. Опять он. Ага, понял. Премка выпала мне. Угу. Два мульта, это круто. Это неплохо. Я даже отбил деньги, которые сейчас потратил на открытие этого кейса. Я все понимаю, конечно же, но... Но! Я... А ну все, я уже покупаю следующие кейсы, получается, да? О, сколько здесь? Три карточки. То есть я потратил 2000 рублей, не выпало ничего. Купил еще один кейс, случайно выпало три карточки. Да, чувствую, это будет очень долго. Давайте мы купим вот такие еще кейсики тоже. Постараемся в них тоже удачу испытать. Покупаем их 10 штук. И открываем, поехали, как говорится, сразу же. Два ремнабора, какой-то жетон еще получается, да. Четыре карточки, хорошо. Еще сколько? Две карточки, неплохо. Так, скинчик. Еще две карточки, уже 46 почти. Нормально, уже почти половина есть. Это все фуфло. Винил. Да что ж такое-то? Ну да, еще. Еще. Почему так мало выпадает? По две, по четыре. Тут же, ну просто вот есть, типа, 20, 10, 30. А выпадает, блин, по две, по четыре каждый раз. Ага, ну и все, короче, опять закончились. Фух, я не знаю, ну сколько, я уже слил почти 4000, выбил я, наверное, карточек 15, да, всего. Да, я не знаю, мне кажется, это нереально, честно говоря, но я постараюсь. Покупаем 10 кейсов, открываем, поехали. Так, получили мы слот для машины, это хорошо, конечно. Премка 7 дней. Винил. 5 карточек, ага, понял. 7 дней премка. Винил. 300 косарей. Ну давай еще карточки. Нужны карточки, давай. 5 карточек, уже есть 60. Так, и все, закончилось. Покупать нужно еще. Обалдеть, это просто, это такое сейчас. Такие затраты, ребят, просто. Это обалдеть, что реально выходит у нас. Опять винил. Опять винил. 5 карточек. Окей, буквально осталось чуть-чуть, совсем, совсем чуть-чуть, еще буквально, дайте мне в этом открытии, еще три карточки.
Блин, жесть. Можно побольше? Десяточка, отлично. 78 уже есть. Давай. Ну, давай еще. Давай еще. Два мульта. Ну, слушайте, ну, по деньгам неплохо, конечно, выпадает, но... Фух, я очень, ребята, волнуюсь, потому что трачу много, а выпадает мало. Но я надеюсь, что сейчас, ребята, мне повезет, поэтому открываем. Поехали. Винил. Угу. А, три карточки. 81 уже есть. Осталось 19 всего лишь. Еще три карточки. Осталось 16 всего лишь. Давай. Давай еще. Давай. Еще три... Осталось 13 карточек, ребят, всего лишь. А, Рудольф. Олень Рудольф. Хорошо. Ага. Блин, опять эта фигня все выпадает. А, все, закончилось уже опять, ребят. Ай, давайте покупаем еще. Покупаем еще десяточку, ребят. Обалдеть, просто деньги сливаются. Деньги сливаются просто. Открываем, поехали. 7 дней премка. Фуфло. Опять винил. Да давай мне карточку хотя бы сколько-нибудь. Ну сколько-нибудь выдай, пожалуйста. 7 дней премка. Да ты заколебал. Сколько? Три. Осталось 10 карточек. Один раз выпади X10 хотя бы. То есть здесь есть X3, X5, X10, X15, X35 и X50. Выпадает X5 либо X3 всего лишь. Все. Скин меняем. Три карты. Осталось 7 карточек. 7. Короче, покупаем. Я так надеюсь, что уже последний раз. Покупаем уже, надеюсь, что последний раз. И открываем. Поехали. Три карточки, осталось всего лишь 4. Просто 4 карточки осталось и все. Ну же. Ну же. Три, осталась одна карточка. Одна. Прикиньте, просто сейчас вот просто вот не выпадет. Отлично, плюс 5, все. Гелик мой, все, я его забрал. Фух, я уж думал, честно говоря, что не судьба. Ну ладно, повезло. Так, а что у нас получается? Давайте мы пока выключим, наверное, DeLorean и активируем пока EQG. Разблокируем, да, мы? Окей. И еще у нас скидка на прокачку, хорошо. Ну, это было, честно говоря, прямо, ребята, реально потненько. Прям очень потненько, поэтому сейчас мы достанем тот самый EQG. А где он у нас? EQG, вот он, ребята. EQG, Гелендваген Электро. Вот это я, конечно, понимаю просто. Вот это я понимаю просто. Тачка, пушка мне выпала. Осталось его как-то прикольненько прокачать, желательно на пятерке, да, чтобы он был полностью у нас прокачанный на максимальные детали. Но стоки, он даже стоки валит, ребят. Поэтому неплохой такой. Реально неплохой такой Гелендваген. Окей, поехали, мы сейчас доберемся до прокачки. Да, там вроде как у нас, кстати... Ой, а куда это я? А куда это я? Там вроде как у нас работают скидки на кейсы, которые с деталями, да, поэтому сейчас постараемся прикольно себе что-нибудь забрать. Единственное, что странно, прям он совсем без звука, вот прям совсем, то есть только есть звуки резины и все. Да, это электро, но какой-то типа звук-то по идее должен же быть какой-то хотя бы, а то прям совсем без звука, ну ладно. Окей, подъехали мы уже к прокачке, сейчас будем, ребята, прокачивать наши электрогелик. Здесь есть просто гелик у нас какой-то, G65, а я подъехал на электрогелике. Итак, что у нас, в принципе, вообще есть? Винила я оставляю как есть. Внешка, внешки нету, разумеется. Цвет у нас, как бы, можно, по идее, поменять, но меняет только у нас зеркала, поэтому думаю, что делать я это не буду. Тонер, и так максимальный, колеса, думаю, что оставляю такие, какие есть, да. А, давайте постараемся сделать внутрянку, да, у нас M-класс, D-класс и S-класс. А у нас, по идее, S-класс, да, скорее всего, тачка. D-класс я же не смогу, по идее, повесить. Да, ну-ка, трансмиссия. Так, куда это? Сюда, по идее. А, да, не подходит. Короче, да, давайте переходим мы теперь в раздел с кейсами. Здесь не менее интересная ситуация, потому что очень дорогие кейсы, да, и как бы, да, вы понимаете. Я не знаю, сколько сейчас я солью, но хотелось бы сделать максимально на пятерке. А у меня, чтобы вы понимали, ну, подождите, у меня S-класс, да, у меня... А, ну у меня на X есть, кстати, есть чиповка. Давайте, может быть, мы поставим чиповку. А X это что у нас, по идее? Ну-ка, я забыл. X-класс это у нас, если я не ошибаюсь, ускорение, да? А, да, прямые заезды. Ну давайте сделаем чиповку, пускай будет. И тормоза сделаем тоже. F это дрифт. А, осталось на R теперь только сделать, более-менее. Поэтому, короче, покупаем сейчас за 20 миллионов. Покупаем мы сейчас R-кейсы и открываем их. И выпадает мне сразу чиповка 3-го левела. Вау, круто. А, трансмиссия 4-го хотя бы, ладно. Опять 3-е, просто, ну что.
что ты будешь делать? Четвертое. Дайте пятерочку хотя бы одну. Движок пятого отлично есть. А, подвеска пятого супер. Это не то. Тормоза пятого, но уже есть тормоза, ладно. Так, турбо и вот так вот. Окей, давайте повесим то, что есть у нас. У нас есть, получается, подвесочка. И у нас есть движок. Осталось только трансмиссия, турбо и шины. По идее, все, да. А, в принципе, есть четвертая деталь тоже на... Ну, то есть... В принципе, трансмиссия есть четвертая на всякий, про всякий, но как бы даже я и не знаю. В общем, покупаем еще мы десятку. Покупаем десятку и открываем, поехали. Тормоза, четверка. Трансмиссия, пятерка, хорошо. Турбо осталось и шины, и все. Движок пятый, ладно, будущее останется. Трансмиссия нам не надо. Шины, хотя бы четверка есть, это неплохо. Турбо надо, хоть какой-нибудь, более-менее. Тормоза, ладно. Подвеска не надо. Движок пятый. Короче, много пятерок, но повторяются часто. Короче, покупаю, думаю, что последний раз 10 кейсов, потому что это, ребят, очень дорого. Первый левел, вы что? Чиповка пятерка, супер. Она есть уже у меня. Че это я? Да, уже есть. Турбо третья маловато, честно говоря. Хотя бы четвертый бы выбить. Турбо пятый. Супер, все, по идее все есть. Подвеска, конечно, там, ну, шины там у нас нету, по идее, пятерок, да? Но хоть что-нибудь. Короче, окей, я просто, ну, ребят, ну я потратил уже около 50 мультов, даже больше. Ну, как бы это очень дорого. Турбо делаем пятерку. А, трансмиссию делаем пятерку. И только шины у нас четверки. Все остальное, ребят, просто пятерки. Покупаем, оплачиваем и поехали замерим. А, это будет интересно. Максималка пишет почти 400 км в час. Ну что же, выезжаем, да, как говорится. И поехали протестируем наш EQG. Короче, тут ребята подъехали, хотят протестировать тачку, поэтому поехали тестируем на пятерках гелик. Смотрим максимальную скорость. О, как пролагивает малеха. 300 есть? 400 есть? Сколько скорость? 400? 50. 450. В общем, тут протестировали мы гелик. Вон тут какой-то Чарли тоже тестирует пока мой гелик. Но, ребят, 450, как бы это да, это прямо солидно, я считаю, на пятерках. Но, конечно, шины четверки. Но я думаю, что это очень неплохо на самом деле. Друзья, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем удачки, всем пока.